Три. Три. Мы на канале Григория и Глеб, и сегодня мы будем взрывать колу. Сегодня мы их будем взрывать. Они польются фонтаном. И давайте начнем взрывать. Открываем бутылку. Закручиваем вот эту вот штуку. Вот это вот. Задвигаем, чтобы менты... Дальше мы вот это откручиваем. Кладем туда ментос. Раз. Видели этот ментос? Типа вот такой вот с улыбкой. Я сейчас буду использовать синюю, и сейчас она взорвется. Ставим. На счет три опускаем. Раз. Два. Три. Мы выбираем синюю бутылку. То мы поменьше, а сейчас побольше. Берем вот такую желтенькую и вкручиваем. За счет четыре. Попало мне в волосы. Вот сколько ментов. Теперь мы будем зелененькую с тремя дырочками. Опять синенькую. Закрываем. 5, 6. Полилась вода. Класс! Сейчас мы с папой запустим сразу две. Сейчас мы будем сравнивать две насадки на коле и на пепси. На счет три. Раз. Два, три. Мне кажется, на Кока-Коле было больше. Ага. А хотя на Пепси я видел, что когда она закончилась, она прям выше колы. Мы уже протестировали все бутылки. И на самом деле самая большая, которая выстрелила, это вот эта вот кола. Желтый насадка. Значит, желтая насадка самая лучшая. Ну, вы были на канале Григорий и Глеб. Подпишитесь на подписочку, поставьте